нам придется ждать. К сожалению, я не знаю. А для меня это большая проблема. Если так пойдет, мое тело раньше погибнет. На кой черт я тогда стал помогать Каре? Прости, но тут я тебе помочь ничем не могу. Амадо! Эй, эй, Виктор! Сразу все показатели сбились. Еще чего не хватало. Я уж было думал, что все. Но старик везучий оказался. Что такое, Дельта? В смысле, что такое, тупой старикашка? Сейчас же иди сюда, если жить, конечно, не надоело. Да что случилось, блин? Надоело. Вогнал себя лекарством в состояние комы. Ошибся бы с дозой и пиши пропало. Но, видимо, не зря пошел на риск, раз пробрался сюда. Уж медпункта должен быть подключен. К закрытой зоне. Там хранится сердце плана Джигина. Объект, необходимый Каре для успеха. Да, именно там хранится сосуд. Придется подождать, пока скопирую. А ведь нужно успеть до возвращения Амадо. Утащить отсюда сосуд будет непросто, но способ все же есть. Проклятый Джигин, я больше не буду плясать под твою дудку. Отлично. Похоже, данные сосуда получилось скопировать. Теперь получится с Джигином договориться. Нет, мне будет даже чем на него давить. В худшем случае, я могу сам начать эксперименты по этим данным. И с его помощью излечить себя. Так, подожди-ка. Уже третья фаза? Ну что за день? Дергают то туда, то сюда. Что случилось? Хотел кое-что уточнить. Сосуд ведь достиг третьей фазы, я прав? Амадо, ответь прямо. Сосуд ведь достиг третьей фазы. Да, все так. Тогда почему сразу же не сообщил мне? Чтобы не давать ложную надежду, хотел удостовериться, что все нормально. Понятно. Пока что не могу ничего гарантировать. Но если все пройдет нормально, проведем тест на поверхности. Ты шутишь? Мы ведь договорились не проводить полевые тесты до следующей фазы. Разве я когда-нибудь шутил? Тем более, что уже нашел подходящее место. Но перемещать сосуд рискованно. Перевести его так, чтобы шиноби не заметили, будет сложно. Ничего, мы придумаем, как это сделать. Короче говоря, ситуация обязывает идти на риск. Именно. Исполнение плана — наша общая заветная мечта. Пришло время перевести стрелки часов вперед. Чтобы привести наш план в исполнение, придется ускорить тестирование сосуда.
Ты же не против? Хорошо, Джигин. Раз уж об этом просишь лично ты. Спасибо. Простите, что перебиваю. Викта? Я не хотел подслушивать, но ваш разговор донесся до меня в коридоре. Уверен, что тебе стоит вставать? Да, мне уже лучше, спасибо. Так вот, может, позволите мне заняться перевозкой сосуда? Что? Я могу предоставить вам дирижабль. Дирижабль? Я создавал его так, чтобы никто не смог обнаружить. С ним Шиноби точно ничего не заметит. Ты заранее подготовил его для транспортировки сосуда? Да. Начал готовиться на случай вроде этого. А что могла быть другая причина? Редко ты предлагаешь свою помощь. У меня осталось не так уж много времени. И ты, Амада, знаешь это лучше всех. Ну хорошо, Викта. Назначаю тебя ответственным за перевозку сосуда. Амадо, есть возражения? Делай как хочешь. Но у меня есть условия. Первое, тебя, Викта, не должно быть на борту. Второе, мы сами погрузим сосуд на борт. И зададим направление. Всегда начеку, да, Амадо? Ситуация обязывает. А ты что, против? Нет, совсем нет. Что ж, пойду готовиться. До встречи.